Здрасте. У вас ветклиник написано или я что-то напутал? Правильно здесь все написано. Вы заходите. А, вот, котейка. Было быстрее, а? Давайте, ага. Она прямо посреди дороги сидела, как-то странно, как будто на полусогнутых. Наверное, сбил ее кто-то. На травму не похоже. Тут скорее отравление. Что-то типа родентицида. Типа чего? Я по кошкам не спец, зоологией не интересуюсь. Я вижу, вы анатомией интересуетесь. Я в смысле? Родентицит – это чего? Это яд такой, пролонгированного действия. Ну, в смысле, действует не сразу. В общем, я там подожду. Обождите, обождите. Так где, говорите, подобрали? Рядом на Октябре. Ошейник у нее. Домашняя котейка, да? Домашняя. Больше скажу. Жила в доме пожилого человека. На улице совсем недавно. Котейка. Сбежала, значит. Старушка кошку не выкинула бы. Сбежала, это вряд ли. Стерилизованная. Романтические причины для побега отсутствуют. Держись, держись, старушка. Ну, что ты названиваешь? Соскучился? Труп? Понял, шли адрес. Давай, сейчас буду. Может, умерла хозяйка и выставили вашу котейку на улицу. Надо дом ей искать. Мы, клиника, принимать бездомных животных не имеем права. До утра, конечно, подержу, а потом... Эй! Добрый человек! Котейка, на такие деньжища заживешь по-царски. Да, привет. Нет, я не смогу тебя встретить. Я на работе. Почему бы тебе не попросить своего нового мужа? Нет? Он же намного обязательнее, чем я. И вам не хворать. Паника, докладываю, что имеем. Да, вот. Несознательные граждане в окна выходят. А имеем очередную бессонную ночь и взрыв мозга. Ой, уверен, что есть чем взорваться. Так, не говори мне, что есть следы, указывающие на несамоубийство. Ну, видно, сам вышел, сам летел. Да? Мог же?
Мог. А могли и помочь. Да. Да. Царапины на руках, это не свежие. А присутствует запах коньяка. Употреблял перед смертью. Паленое пойло? Может, и пойло, а может, и компания. Понятно. Что, дверь входная? Ломает. Молодец, продолжай. Опрос соседей, пусть свидетели. И все мне? Мне сегодня кошка дорогу перебежала, белая. Говорят, к занятому напарнику. Планируй свое завтра. Рыжло, открыли? Ну? Что дверь, что замок. Я к деревне, что на голик запираться. С жестянки дверь. Молодца. Давай, старший лейтенант, понятых наверх. Так, пожалуйста. Значит, в 9 вечера вы находились дома? Да, весь вечер, да. Собачка. Нет собачки. Видишь девица в красной куртке, что ли? От тебя на 7 часов. Угу. Вот. Проявляет интерес, а ближе подает и стесняется. Иди аккуратненько, поинтересуйся. Что она хочет? Истренешь ее, конечно. Давай. «22-25. Девушка выше среднего, лет 20 с небольшим. Спортивная. Лица нет. Примет тоже нет». Упустил. Плохо, напарник. Шершиль Афам. Идиотка, я еще и телефон потеряла.
кто владелец? Герды. Валерий Воронов. Гиперответственность, уважаемая Екатерина Андреевна. Любезнейший, позвольте в сторонку, позвольте. Знаете ли, хуже, чем безответственность. Я все понимаю. Я, знаете ли, в профессии тоже по велению, так сказать. Но вас, к сожалению, понять совершенно не могу. Ну, согласитесь, не можем же мы помочь каждой божьей твари, честное слово. Что нам теперь с этой котейкой-то делать? Ну, сбежал наш спаситель кошачий. Я ему так и сказала, что у нас не передержка, а он и дёру. Ну. Вот здесь, будьте добры, телефончик и адрес. Показательно весьма. Благородный поступок совершен, совесть чиста, а дальше хоть трава не расти. А что мне было делать? На улицу ее выкинуть? Вы бы так поступили? Иван Сергеевич! Так, дед простой, небогатый. Дверь заперта изнутри, не взломана, и снаружи ее тоже не закрыть. Значит, не ограбление. Что мы имеем? Ой, по-синему вышел в окно от поздней вывихнённой спортсменки. Мы имеем А. Дедуля, Б. Некая непонятная Б. А упала, Б пропала. Да, и собачка. Собачка-то где? Где собачка? И вот она сразу. Офигеть, дедушка. Такой. Да. Как мы раньше? Всегда надо становиться. Здравствуйте. Здравствуйте, лейтенант Чижов. Вы здесь живете? Да? Случай, конечно, неординарный, Катерина, но, согласитесь, не первый. По миру мы с вами пройдем. Добрая душа. Ну, а как же мы в ответе за тех, кого приручили? Домашняя котейка. Подушечки без повреждений, зубы, шерсть, несмотря на возраст, в идеальном состоянии. Ну, ошейник, в конце концов. Это Экзюпюри. Что, простите? Я про приручили. Это Экзюпюри. Да, да, конечно, конечно. Молодец. Мы кошек приручили еще за 10 тысяч лет до нашего времени. Пора бы осознать ответственность. А кроликов? Кроликов позже. Веки в шестом. Тихо, 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 не бойся. Ой, привет. Но в отличие от кошек, человек их ест. А квартирантку дедульну как зовут, не знаете? Нет, не знаем. Она ж уехала недавно совсем. Я ее видела всего пару раз. Марина ее зовут. А ты откуда знаешь? Так собачку свою выгуливала. Мы и разговорились. Приезжая она, в колледже учится и подрабатывает. Да мы и виделись-то всего один раз. Угу. Посмотрите-ка на него. Разговорчивый какой казался. Порода у собаки какая? Терьер, кажется. Кажется ему. Про девушек молодых так ему не кажется. Тут он все наверняка знает. Ну, завелась. Мопс у него. Какой мопс? Ты мопса видела? Видела. Мопса мордочка какая? Ну, такая. Да. И круглая, как у тебя в одном месте. С народом общаюсь. Граждане. Мне на нее смотреть? Граждане, тишину соблюдаем, пожалуйста. Важный звонок, идет следствие. По морковкам нашим такое дело. По словам соседей, в хоромах своих жил один. Только собачка у него и была. Комнату, да, сдавал комнату девушке. Зовут Марина. Учится где-то. Больше пока никакой информации. Догнал бы девицу, расспросил бы. Что в комнате девица проживала, я и без тебя знаю. Нет, чтоб со шмотками и паспорт забыть. Ни девица, ни собачки. Собачки тоже какие-то непонятки. То ли мопс, то ли терьер. Она где, собачка-то? Активнее, Илюха. Мало информации, мало. Домашняя эта котейка, говорю. От нее даже пахло, пока мокрая была, домом. Знаете, такой запах быть старушки. Знаете-ка что, Катерина Андреевна, вы кошечку принимали, вам ее и пристраивать. Куда? Ну, для начала котейкину
владельцу найдите, как вы говорите, старушку, а потом объявления все эти разместите. Ну, там, на разных сайтах есть такие потеряшек. А в интернете сейчас все можно найти. Я через интернет даже с девушкой познакомился. У вас, пожалуйста. Нет. Не та целевая аудитория. Тут скорее объявление сработает. Старый дедовский способ. Правильно. И объявление о поиске жилья напечатайте. Ну, согласитесь, Кать, вы же не можете все время в нашей клинике жить. М? А вы что, прямо тут живете? Вас это смущает? Да нет. Извините. Стоп, стойте. Здорово. Первое. Телефона в квартире не нашел. На трупе тоже не было. Какие идеи? Соседи говорят, тут бомжи тусят. Может, подобрал кто? А ты что, без наушников сегодня? Сдохла. Здрасте. Ну что, пойдем, Илюха, посмотрим на квартиру свежим взглядом, так сказать. Ищем жучку. Чего? Дед есть. Внучка того. Сказка? Сказка. А, та еще сказочка. Ищем жучку параллельно с внучкой. Давайте, как говорится, вернемся к нашим кроликам. Рассказывайте, юноша. Дело вот в чем. Мы с Ларисой детишек хотели. Так. Никак не получается. Вот и она отправила меня к вам. Ну, детишек – это хорошо. А при чем тут кролик? Крольчат они с девушкой хотели. Ах, вот да. Оно что. А, простите, вы к своей… Герде. Да, вы товарища приводили? Ну, конечно. Мы с Гердой всегда к Ларисе ходим. Угу. У нее мальчик есть. Кролик. И долго ходите? Порядка 2 месяцев. А Лариса, значит, это девушка, с которой вы через интернет познакомились? Ну да. И Герду, значит, купили, чтобы к Ларисе подкатить. А как вы догадались? По внешним признакам Герды. Кто имя-то дал? Я. Видите ли, у Ларисы есть кролик-мальчик, и его зовут… Понятно. Кай? Да. Ну и что, как Кай реагировал, когда к нему Герда приходила? А вы что думаете, Герда ему не нравится, да? Что вполне естественно. А что вы можете посоветовать? Ну, в первую очередь, имя поменяйте. Имя? Имя. Герда-то мальчик. По словам соседей, собачка Марковского лаяла постоянно. Особенно, когда на прогулку выходила. Но вот последние пару дней ее не слышно. Может, достала кого-то собачка своим лаем? И они ее… Того? Ух, ну… Или я не знаю, того или не того, а Марковский песика-то потерял. То есть окончательно. Причем не терьер и не мопс, а метис. Это вы как, Игорь Михайлович, стесняюсь спросить, определили? Дедукция. О как. Взгляни. Это что такое? Квитанция на кремацию песика. Число видишь? 3 дня назад. А песик где? В пакете. Да, не сообразил я вчера, что собака вот эта урна. Игорь Михайлович, ну что получается? Я бегаю тут во все стороны, ищу, что за собак, что куда. А у вас все козыри на руках? Ну, вы даете. Даю, даю, Илюха. Развиваться тебе даю. То, что вот тебе родители туда заложили. Тренировать. Ну что, поздравляю, с собакой мы разобрались. Осталось только девицу найти. А то что она так стрекочат дала? Рыться в пушку? Может, она, как ты говоришь, песика того, раз он весь дом достал, так ее тем более? Вполне вариант. Девица шустрая. Если это она, конечно.
Вот, готово. Все в лучшем виде. Катерина Андреевна, как вы здорово разобрались с этим кроликом и романтичным юношей. Юноша в самом возрасте. Потребности организма и сны. Ну, трудно без общих интересов. Девушкой обзавестись для просмотра мелодрам. А кролика купить не проблема. Так сказать, через кролика к сердцу девицы. Ну, Иван Сергеевич, ну, можно же было обрезать. Что обрезать? Это же значительная часть внимания. Ну, голубушка, вы то дедукции поражаете, то, ей-богу, как-то удивляете меня. Привлекать внимание будете вы. И только вы. Глаз не оторвать. Красавица. Ну, а там, телефон, информация и прочее, это не важно. Согласны? Согласны. Ничего менять не будем. Пожалуйста, не привередничайте. А лучше поскорее распорядитесь-ка вот этим, чтобы дело пошло. А то я чувствую, наша старушка места себе не находит, вопросов нет. Горшков? Да ладно, железно. А чем? Ну не томи, я вся горю. Давай. Прикинь, Илья, в краю Марковского яд обнаружен, а? Какой пока именно неизвестно, потому что лаборатория наша выясняет. Но правильным путем идем, товарищи, и пристальное внимание к квартирантке. У папа была собака. Он ее любил, а она съела. Она съела, ну конечно. Мы сейчас узнаем, что пес-то съел. Узнаем, почему собачка деда опередила. Ага. Ну должны же они в этом зверином крематории причину смерти выяснять перед тем, как в печь. А то вдруг какая-нибудь эпидемия. Никого. Ух, да. Хорошо, пока наши выясняют, чем Марковский отравился, ты выясни, а чего собачка издохла. Я не удивлюсь, если от того же самого, чего и хозяин наелся. Вчера везу кошку в ветеринарку, так там докторша с первого взгляда. И какой возраст, и то, что стерилизовано, и то, что домашнее, и даже то, что старушкино. Нам бы такую ветеринаршу в экспертной. Хорошая она барышня, Катерина наша Андреевна. Но с личной жизнью, ввиду ряда обстоятельств, беда, не приспособлена. От мужа ушла, бездомная теперь. Вот заметит ее красивую, кто на объявлении, и позвонит. Но ведь может быть такое, Катейка? Может. Думаете, девчонка деда из-за квартиры травила? Пока Илюха будет квартирный вопрос, будут вокруг всякие ОПГ. Вот ты себе квартиру можешь позволить? А то вы не знаете. Вот, снимаешь. Потому что даже на окраине такие цены, что мама не горюй. Поэтому основная версия – жилплощадь. Не важно, что старик не от яда умер. Может, бандитам надоело ждать, пока он приставится. Они его в окошко и проводили. Яд в крови нашли, значит, как минимум, покушение на убийство было. Скажите, пожалуйста, и часто такое с ним? Ну, я имею в виду, регулярно или нет? Ну, Иван Сергеевич, извините. Добрый день. Что с кобельком? Его зовут Джордж. Джордж Эдмунд II. У него проблемы с пищеварением. Второй? Корма?
Доктор Благова интересуется, чем вы кормите вашего Джорджа. Смею вас заверить, доктор Благова, что моя собака питается не хуже. Не хуже, чем многие из народа. Лучшие корма от лучших мировых брендов. Бренды — это да. Бренды — это наше все. Молодец, Жорик Эдик второй. Иван Сергеевич. Катерина Андреевна. Чего, обиделся? Ему пофиг. Иван Сергеевич, а анализы нашей кошки-подобрашки готовы? Не звонили? Подобрашки. Боже мой, что за богадельня. Не Риночке кошка, не Симка ли? Похоже. Смотрю на щите, она не она похожа? Угу. А это кто же? Что за доктор такая? Да что тебе до доктора-то? Ты не видишь, что ли? Написано же, в клинике кошка. Вот и телефон есть. Так, звоню я. Звони. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Уши добрый. Добрый-добрый. Ой, а чё ж я квартирантке-то Риночкиной про Симку не сказала? Ты, гляжу, умом слабеешь, мать. Гляди, идет такая вся растакая. А Риночка-то, наверное, и не знает про кисоньку-то. Девчонки, это она выгнала Симку-то, кисоньку из дома. Проститутка этакая. А сама ходит вся такая на мягких лапках. Добрый день-то это. Выведу я ее на чистую, на воду-то. Так, диктуй номер. Ответьте на звонок, доктор-детектив Благова. Я буду не я, если это не ваша вымышленная старушка. Извините. Надо бы с ней построже. Слушай. Иван Сергеевич, или я не права? Правы. Вы правы. Владиленна. Верочка. Да-да, я Вера, Вера, квартирантка ваша. Все хорошо? Симка же, вот объяснилась мне. Симушка моя. Портрет у меня. Вот это же моя Симочка, вот она. Симочка моя. Кошечка. Хотите верьте, хотите нет, но похожая кошка живет рядом. И хозяйки ее за 80. И да, это старушка. Ну, видите, как замечательно. Я вас поздравляю, Екатерина Андреевна. Хозяйка может прибежать, забрать свою кошечку. Как говорится, вуаля, хэппи-энд. Ну, 80 до нас добежать не очень-то, вуаля. И я не с ней говорила, с ее соседкой. А старушка где? Вот это я и хочу выяснить. Помните, я говорила про родонтицит? Угу. Ну, вдруг это не кошку травит, а? Можно я сбегаю? Ну, работа как же? Ну, Екатерина Андреевна, у нас же не детективное агентство. Другой профиль. Ну, я только туда и обратно. Тем более с Джорджем все понятно. Что понятно? То есть доктор Коновалов, кандидат наук, затрудняется с диагнозом, а вам все понятно. Что делать? Бейте. Что? Курите? Ну и что? Много курите. И что? В сумочку сейчас залезли. Хотели закурить. Ну и что? И дома курите. И пепельницу не всегда сразу выкидываете, так?
Ну, я... И? У собак тоже бывают пагубные пристрастия. Жорик, извините, Джордж ваш, окурками лакомится. А потом ему нехорошо. Потому что никотин – отрава для всех. Бросать курить советовать не буду. Не мое это дело. Но за собакой следите, пожалуйста. Иван Сергеевич, ну можно на часик? Тем более, вам столько времени сэкономила. Пока, Жорик! Доктор от Бога. Ты почему телефон сбросила? С Ариной нашей Родионовной порядок? Владленовной. Да все с ней в порядке. Кошка только сбежала, она теперь переживает очень. А, волнуется, есть, отказывается, блин. Что делать теперь? Стас, вообще, как подумаю. Да не надо тебе думать, Зая, не надо. Не твое это. Ты делаешь, что придумано уже, и жизни радость. Ладушки. Ну, чмоки, до встречи. Она. Mm-hmm. Вот теперь вижу точно Симка. Mm-hmm. Симка? Да. Симка – это кошкино такое имя. Mm-hmm. А Арина… Владиленовна. 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 Дома? Вот. Я забыла вам сказать. Риночку, саму ее мы давно не видели. Mm-hmm. Да. Уж 2 недели. Квартиранта сказала, что Арина в больнице. Но ничего страшного, нормально все. Да-да. Ну вот теперь понятно, почему Симка-то из дома сбежала. Угу. Квартиранка, наверное, плохо с ней обращалась. Кошки ведь они обидчивые. Ой. Вот вы, доктор, поговорите, пожалуйста, с квартиранкой-то. Как раз она дома. И не сознается она вам. Не сознается, да? Что кошка-то сбежала. Соврет чего. А вы, Риночке, пожалуйста, может быть, передадите в больницу, что творится, пока ее нету. Обязательно передам. И с квартиранткой этой поговорю. Да, поговорите, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо. 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 Вам спасибо. Спасибо. Есть кто? Кто пришел, Верочка? А у вас не заперто. А вы кому? Карине Владимировне, конечно. Испугала вас? Извините. Я врач участковый, а вы? А я вот дверь забыла закрыть. Я комнату снимаю, Арина Владимировна. Верочка, кто пришел? Да, меня Вера зовут. Вы проходите, наверное, я сейчас это все убирать буду. А руки где помыть? А вон там, по коридору. Да, и вот Арину Владимировну кормить собиралась. Арина Владимировна, я доктор ваш. Плановый осмотр. Вот полотенце. Да, спасибо. А ветеринар ли это? Тонь, ты кому про Ариночку рассказала? Мы даже документы у нее не спросили. Может, вообще аферистка? А чего ей туда идти-то, если Риночка в больнице? Вот. То больница, а то ветеринар. Угу. Как бы про нас медицина так пеклась, как эта куколка про кошку. Нет, аферистка себя на объявлении печатать не будет. Ну, не глупая же совсем. Катерина, так вы уверены, что моя Симка найдется? Ничуть не сомневаюсь. Кошки, как вы знаете, гуляют сами по себе, но возвращаются. Вернется ваша Симка. А почему Симка такая? Кличка современная. Современная? Угу. От имени Эсмеральда так звали мою бабушку.
Красивое имя. Имя-то красивое, но когда манишь Эсмеральда, Эсмеральда, язык сломаешь. А так Симка, Симочка. Вот где она сейчас? Арина Владимировна, не надо плохих мыслей. Кошки, они ж помнят дорогу домой. Дело в том, что мы здесь не так давно живем. Это квартира моего сына. По наследству досталась. А что с сыном случилось? Утонул. Был музыкантом, вел бурную жизнь. Простите. Симка – единственная близкая мне душа осталась. Арина Владимировна, я вам обещаю, вы скоро встретитесь с вашей Симкой. Я вам верю. Не знаю, почему, но верю. И правильно делаете. Катенька, попейте-ка с нами чай. Вера? Верочка? Да, Арина Владимировна. Сделайте нам, пожалуйста, чай. О, нет, нет, что вы. Я на работе, меня ждут, спасибо. Ну как же так? Вот Симочку и Эсмеральду найдем, и тогда попьем чаю. Если надо, полицию привлечем. Ищут пожарные, ищут полиция. Давайте подержу. Ага, спасибо. Найдется, найдется. Обязательно найдется. А я загляну еще через денек. Проведаю вас, так что не скучайте. А может, вы мне свой телефончик дадите? Я вам позвоню, предупрежу, чтобы не пугались. Хорошо. Ой, доктор, подождите. А? Вы же мне не сказали, что с бабулей. Может, что делать надо? Ой, не хотела при Арине Владимировне. Ну, плохо все. Печень не работает, в общем. Недолго ей осталось. Ой. Вот тебе и ой. И кошка, конечно, не вовремя сбежала. Симка-то это для бабули сама жизнь. Да, на кошке она совсем того. Кстати, по поводу того, тебе бы кошечку побегать, да найти. Ну, вот оно мне надо, ну честно. Ну, не знаю, я на районе человек новый. У бабули родственники-то есть? Да нет, вроде она мне не рассказывала. Ну вот сама посуди. Пожилая, одинокая. Отчаянная кошатница. Понимаешь? Ну, кошечку ей найдешь, все, бабуля твоя. Погроб жизни. В смысле? Какая-то непонятливая. Интеллигентная. Душевная старушка. Ну, она же понимает, что ни квартиру, ни драгоценности. Могилу с собой не унесешь. Какие там драгоценности? Ну, она тебе не говорила? Ну, даже если будет рассказывать, не слушай. Это все от того. Деменция. Нашептала мне, что какие-то фамильные драгоценности в этом в ошейнике у кошки. Да ну, серьезно? Да не, глупости. Маразм. Вообще, если кошечку и найдешь, бабка на родостяжу площадь тебе может отписать. Ну, одинокая же, кому еще? Вообще-то я не ради этого за ней ухожу. Ну, зря. Что в этом такого? У меня в практике был случай. Студентка? Да. Где? Медицинский. Привет. Приезжая? Да. Ну, вот такой же, как ты, парень. Тоже приезжий из деревни, жил у бабки. Все. Теперь прописка в городе. Потому что вежливый был и заботливый. Хозяйка квартиры его очень любила. Но что, бывают подарки судьбы? Ладно, мне пора. Зайду завтра, послезавтра. Звоню. До свидания. Пока.
Она с ошейничком убежала, Арина Владимировна. Зачем вы об этом спрашиваете, Ирочка? Что вам этот ошейник простой? Прямо-таки простой. Старинный, конечно. Его еще до Лизы, до Симы. Не помню уж. Что вы такой ерундой безделицы интересуетесь, Верочка, а не кошечкой моей? Вы же не любите животных. Я? Ну, это не грех, конечно. Арина Владимировна, вы что? Я в деревне вообще-то выросла. У нас этих кошек, там собак, знаете сами сколько. Эта кошка нарожает котят, собака, щенят. А что с ними потом? Жалко. Я фотку сделаю, в интернет выставим, и найдется симка ваша. Смотрите, отлично? Да. Ну, пойду выставлю. Господи, какая хорошая, добрая девочка.